если написать вечером, утром и вечером, то утром. Ему написали утром и вечером, после еды. После кушать все. Надо, а то не так. На полный желудок поел, выпил таблетку. Что таблетка? Зачем ночью на пустой желудок ты принимаешь таблетки? И после этого 10 ночи напьем, да? Не надо так. Это же не обезболивающее. Печень болит от них, как бы. Я пью, как бы, она совсем плохо. Если ты правильно пьешь, у тебя никакой проблемы не будет. Ты не понимаешь, от чего эти таблетки. Их надо пить сразу после еды, понимаешь? Сразу после еды принимаешь антибиотики. А до еды принимаешь для защиты желудка, как тебе врач прописал. У тебя болит ночью, ты принимаешь, это же не обезболивающее. А, если ты пишешь, кстати, обезболивающее, ты пишешь, что ты опять записываешь, да? Ну, понимаешь, а что делать? Ты не принимаешь таблетки, ты не слушаешь врачей. Ты после еды не пьешь таблетки, ты пьешь их, когда тебе вздумается. Так нельзя.